Узнать о суммах имущественных налогов, которые вам предстоит заплатить в 2017 году, возможно, уже сейчас, не дожидаясь получения налоговых уведомлений, сообщает Управление Федеральной налоговой службы ТУВы. Сервис калькулятора, размещенный на сайте ФНС России, предоставляет налогоплательщикам возможность по каждому виду налога провести расчеты с учетом всех изменений в значении элементов налогообложения, таких как кадастровая стоимость объекта, налоговые ставки, период владения и так далее. Интернет-сервис калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости, на сайте ФНС России позволяет рассчитать сумму земельного налога и налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости. Вот так, не выходя из дома, вы можете сделать расчеты самостоятельно или для себя проверить, правильно ли указана сумма в уведомлениях. Курсы валют на сегодня таковы. Доллар стоит 57 рублей 62 копейки, а евро 68 рублей 75 копеек.